Сегодня мы купили нашим собачкам, Нике австралийскому хиллеру и Алиске, вельш-корги Пемброк, игрушку. Это игрушка Фроги. Она еще час назад была новая. Вот, а сейчас они ей немножко поиграли. Обязательно надо играть вдвоем одной игрушкой. Вот, из-за чего у них возникает иногда такие небольшие замесы. То есть они выясняют отношения попутно, тренируются. Вот, а игрушечку они оставили в покое. Но сейчас они выяснят свои отношения и опять вернутся к своей забаве, к новой. Ну, я думаю, что она продержится максимум, наверное, неделю. Потом они ее просто порвут, и мы им купим новую игрушку. Вообще, собачки очень хорошие, жизнерадостные. Вот. Большой плюс того, что у нас их две. Они активные, как щенки. Им сейчас по 3,5 месяца. И они развлекают практически сами себя. Они сами борются, сами гуляют, сами тренируются. Вот. И поэтому как бы с ними никаких проблем нет. Дома они не писают, не какают, потому что для того, чтобы это сделать, что нужно? Когда вы купили щенка, то выберите время, вы, ваши родители, муж или родственники. Изначально нужно собачек маленьких выводить на улицу, ну, каждые минут 15. Вот. Постепенно увеличивая этот интервал там, до 20 минут, до 25, до полчаса, час. Вот. И когда щенок как бы на улице будет уже справлять свою нужду, он постепенно привыкнет и как бы поймет, что это делать нужно на улице. Так у вас с ним будет меньше проблем. Вот. Гораздо дольше период времени займет, если вы будете его приучать ходить на пеленку или еще что-то. Я, конечно, понимаю, что это затратно, хлопотно, и не у всех, так сказать, есть на это время. Но, во всяком случае, это очень такой реальный вариант. Он работает. Вот. Когда до того, как мы купили дом, мы жили в своей квартире, у нас были собачки, и поэтому, так сказать, вариант такой работал. Они очень прекрасно быстро приучились делать это вот, не в квартире, а дома. Вот. Спасибо всем за внимание. Если кому-то понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. У нас будет очень интересно. Вот сейчас они догнали кошку. Они кошку не кусают, они с ней просто играют. Так, все, хватит. До свидания всем.